Настроение хорошее, обстановка тоже. По поводу, как готовимся, стандартно, как и ко всем чемпионатам. Никакой недооценки соперника нету. Честно, я даже об этом не думал. Ну, я думаю, так, может быть, даже интереснее будет. Ну, цели всегда перед клубом ставятся самые высокие. По поводу состава сбалансирован. Ну, я думаю, он более сбалансирован, чем в прошлом году. Примерно по 2 футболиста на каждую позицию. Так как у нас костяк с прошлого года остался, достаточно легче им входить в коллектив. И я думаю, они быстро освоятся у нас. Ну, чемпионат достаточно добротный, много таких боевитых команд. Явного такого лидера, ну, наверное, Арарат можно выделить, Армения. Но, как показал прошлый чемпионат, любая команда может выиграть у любой. Ну, ту игру мы уже забыли, 4-0. Недооценки никакой не может быть соперника. Мы не какая-то Барселона. И вчера даже Лига чемпионов была, и... Когда 8-2 такой гранд проигрывает, как можно недооценивать соперника, даже это Ширак. Как нейтрализовать Морикане? Ну, именно под него мы не настраиваемся, у нас командная игра. Карат, у нас еще 3 игры в чемпионате. Ну, будем готовиться чуть-чуть позже, посмотрим соперника, разберем его, слабые и сильные стороны. А по сопернику, что могу сказать? Добротная команда чемпионата Казахстана. Будет очень тяжело, мы будем стараться.